Итак, здравствуйте. Это новая реакция на новый новогодний праздничный трек Лимбо, Джонни, Егора Крида и А4. Лимбо – охрененный хитмейкер с хорошим голосом. Егор Крид – настоящий крупный полноценный артист. Да, иногда он делает то, за что его называют Егором Кринжем, но все-таки, да? А4, гениальный бизнесмен, который заработал на детях столько, сколько я не заработаю никогда. И Джонни, я не ебу, кто такой Джонни, давайте слушать. Этот Новый год, всем нам повезет. Я найду под елкой чистую любовь. Праздник унесет вдаль от всех забот. Старый год прошел, и это тоже пройдет. Скорее всего, это и будет припев песни, но логично, что его исполняет Лимба, логично. А чё так плохо? Что это за козье блеяние? Я не знаю сейчас, в каком они порядке, это Джонни или А4, потому что вот Егора Крида, да, и Лимбу я всегда узнаю, а Джонни А4 нет. Я не знаю, кто это, но это прям плохо. Ведь я и сам уже Уже, вот, ну что это такое, вибрато? Сантай. Братьям салют, и в небо летит салют. Где мой любимый салат? Нас мама зовет к столу. Я загадаю желание, чтобы исполняли желания. Я, блядь, извиняюсь. О, все. Ну, это, знаете, все в детстве хотели, да, призвать джина, ёбнуть его по голове и сказать, чтобы ты исполнил мне миллион желаний. Поэтому Все, вот уже лучше. Крид вступает. Курточки деда в подарок, Снегурочку. Ну куда же Егору Криду без Снегурочки? Это с иголочки, дай мне, что прячешь под елочкой. Гирлянды в бриллиантах висят на футболочке. В руках зеленые стоп. Ах, вот не забывает свои батловые корни Егор Крид. Как Палмдропов читал в финале Райтрауну. Дедушка закинул тебе ой, все, пизда. Подарки под елочки. И имел в виду Парагрина. А тут Егор Крид читает про подарки под елочкой. Меня греет твоя любовь, так зимой в животе греются бабочки. Зови меня тостер, я поднял тост за всех своих пацанов. Все очень просто, мы уже звезды, космос не так высоко. Семья загадает желание, я должен выполнить все. Этот бенгальский огонь, где горит, как этот год, несите другой. Ну, год действительно горит. Наверное, не в том смысле, который имел в виду Крид, да, я в рифму зачитал. Но в целом, да. Я согласен. Вообще, хороший парт. То есть, в нем нет ничего лишнего. Он идеально сбалансирован. Егор Крид собаку съел на том, что он умеет петь с автотюном. Так что, ну, все правильно. Этот Новый год. Не лучший припев Лимба, честно. Праздник унесет вдаль от всех забот. Старый год прошел, и это тоже пойдет. В этот Новый год всем нам повезет. Я найду под елкой чистую любовь. Праздник унесет вдаль от всех забот. Старый год прошел, и это тоже пойдет. Ладно, значит, я понял, да? То был Джонни. Джонни очень хуёво исполнил. Сейчас Влад А4 заряжает свою педофильскую пушку. Давайте посмотрим. Слышно бой курантов, я влетаю, будто Санта, и сияю, как Знаете, он похож, блядь, на этого, на кота, который, на человека в костюме кота, который приходит на детский утренник, и ты смотришь на него, да? Вроде взрослый человек, настолько плохо это выглядит. Что там в костюме?
это же ламба. Мама готовит тазик салата. Я Дед Мороз, но я не твой папа. Ой, снег под ногой, и он хрустит, будто чипсы. Мама, мама. Мой братик со мной, но не один, а четыре. Это Влад, это Джонни, это... Хорошо, что он остается на Ютубе и не начинает музыкальную карьеру. Мне кажется, хотя бы за это, да, этот ужасный год стоит поблагодарить. Имба и Егор, мы всей бандой вас, ребята, поздравляем с Новым годом! В этот Новый год всем нам повезет, я найду под елкой чистую любовь, праздник у них... Синты клевые, синты реально клевые и очень новогодние. Ну, не знаю, мне лично ближе, конечно, поздравления Макса Покровского, да, и группы «Ногу свело», но если ты хочешь забыться, то почему бы и нет? В принципе, это неплохой трек, да, если вырезать отсюда, конечно, ужасный парт Джонни и вот такой вот манеры вот Авада 4, в целом это пойдет. Пойдет, Егор Крид, как всегда, великолепен, Снегурочка, подарочки под елкой, ну, как обычно.